Выпускник лицея имени Лобачевского Казанского федерального университета Ильдар Гайнулин завоевал золотую медаль на 32-й международной олимпиаде по информатике, которая в этом году впервые проходила в дистанционном формате. Обычно эта олимпиада проходит в других странах, но в этом году из-за коронавируса страны писали отдельно. И, соответственно, что происходило, было два тура. В каждом туре мы 5 часов решали задачи по информатике. Всего на Олимпиаде в этом году было заявлено 87 команд. Сборная России в соответствии с правилами соревнований зарегистрирована в составе 4 человек, в числе которых Ильдар Гайнулин. Выпускник лицея имени Лобачевского прошел серьезный отбор на нескольких этапах Всероссийской олимпиады школьников и учебно-тренировочных сборах по подготовке кандидатов в национальную сборную, которые проходили на базе Московского физико-технического института. Мой последний год участия в этой олимпиаде, я планирую помогать в подготовке сборной России на следующий канал. Ну, я могу сказать, что я был преподавателем уже на некоторых сборах и школах по информатике и планирую дальше делиться своим опытом. Международная олимпиада по информатике – масштабное и значимое образовательное событие. Состязание проходит ежегодно в разных странах мира, начиная с 1989 года. Россия принимала олимпиаду дважды – в 1991 и 2016 годах. Диана Шленкова, Универньюз.